Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сероде на ролиплей Центральный округ. У них здесь Кирилл Путболу, вы не забывайте вводить мини регистрации. Итак, пацаны, сегодня у нас новая серичка, в принципе, с вас обязательно лайкосики. Итак, где я очень давно не был? Я там не был примерно 2 или 3 месяца. И это, пацаны, казино. Да, я не был 2 или 3 месяца в казино, я вообще туда не ходил, не играл, не ездил, не посещал, ну вообще там не был. Короче, поэтому сегодня мы поедем в казино, у меня есть, по-моему, 500 тысяч, по-моему, да? Да, у меня есть 500 тысяч, короче, и сегодня мы попробуем испытать нашу удачу. Повлияет это то, что я в казино долго не ходил, возможно, нам чисто очень фартанет, либо мы просто сорвем все деньги. Я надеюсь, конечно же, на первый вариант, потому что деньги очень нужны. Что-то я заметил, что очень много радаров раскидали по всей карте, реально, просто подряд радары идут, и это очень бесит, блин, штрафы эти прям жесткие, реально просто жесткие. Ну ладно, нам, в принципе, это ни почем, блин, ну, видите, здесь радар был, в начале моста был радар, в конце моста радар, как-то дофина радаров постоянно добавляют радары, лежащие полицейские, вот здесь два радара еще поставили, вон там радары, просто зачем столько радаров, особо как бы никто не гоняет, и зачем столько радаров ставить, пацаны, я захожу и что-то новое вижу, да, это с одной стороны, очень классно, но с другой стороны, блин, сколько лежачих понаставляли. Смотрите, это пиздец. Зачем просто? Зачем? Одни отбойники, одни радары везде просто понатыкали. Это пиздец. Я не знаю, зачем это делается. Каждый день просто что-то добавляется по маппингу. Я имею в виду на дорогах. Там радары, лежачие полицейские, заборчики. Каждый раз добавляют это все. И зачем такие штрафы делать? Я не понимаю, блин. Очень много радаров по всей карте, как бы. Нету особо где погонять, серьезно. Немножко напрягает эта ситуация, ну ладно. Ох, тут машин, мама морозная просто, смотрите, машин до хренища, я не знаю, это столько людей в казике, либо это такая парковка местная, я не понимаю просто. Так, давайте я заглушу машину, вытяну ключ, а то, блядь, мало ли, пизданут машину. На все покупаем, просто ва-банк будем играть. Пацаны в картишке играют, ну блин, в картишке я бы на самом деле либо на 2 ляма сыграл, но у меня таких денег нету. Мне надо посмотреть. Так, на 5000 давайте на косарик сыграем. В принципе, я третий получается, или какой? Нет, по-моему, на двоих, да, игра? А не на троих. Ну блин, я вот это не люблю, на самом деле, эти кости, блин, они какие-то очень дебильные, мне они не нравятся. Вот карты, да, в дурака поиграть, это охуенно, сколько, зрителей, сколько боегаютеров, блядь. Таймы, анимки, вся хуйня, блядь. Ну дебилы просто, реально, просто дебилы. Кисы, эти хуисы, блять. Ну, блин, тут в основном ставки на маленькие и на большие ставки. Но 5000 ва-банк играть как-то не очень хочется, блин. Все, давайте, на 2к можно сыграть, в принципе. Ничья. А вернули хотя бы фишки. Блин, я бы сейчас выиграл бы охуел, на самом деле. На 2000 еще раз давайте сыграем. Надеемся на нашу удачу. Хотя, мне кажется, мы сейчас проебем и все. Здесь я выиграл. Е-бой! Опачки, лямчик поднял, пацаны. Ну, как лямчик? Сколько? 600 тысяч я поднял. Блин, может уйти, блять, просто, я не знаю. Так, давайте посмотрим. Давайте на косарь сыграем. На косарь еще можно, ладно. У нас уже лям есть, пацаны. Это хорошо, это отлично, это заебись. Я победил обратно. Опачки, тапочки. Сколько у меня этих фишек? Что-то, пацаны, блин. Походу то, что я давно не играл. Так, что-то FPS просел, извиняюсь, пацаны. Так, сколько у меня фишек? 11 тысяч. Так, это у меня лям 100 получается, да? Так, я залетел на косарик сыграть. Блин, что-то у меня FPS жестко проседает, когда у меня вот эта панелька появляется. Косарик я проебал. Так, что-то у меня в казике жестко подвисает. Я решил уйти, пацаны, лучше вовремя остановить. Я в плюсе уже на 500 тысяч, как бы, это нормально. Мне этих денег хватит, хотя бы, чтобы нормально там что-то поснимать, по что-то купить, дома платить, там и так далее. Пацаны, главное вовремя остановиться. Это самое главное правило в казино. Ну и вообще, вы заметили, что я вообще редко в казино хожу на любом проекте. Да, это у меня есть такое, что я не люблю. Я не азартный такой человек. Да, это легкие бабки, типа, можно подняться, но все же нужно вовремя останавливаться. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.